В Татарстане выпал серый снег. Такое странное снежное полотно обнаружили жители сразу нескольких районов республики. Тем временем в Омске и вовсе выпали черные осадки. Пока экологи проводят экспертизы, татарстанцы строят догадки об осадках с оттенком пыли. Альметьевск впервые оказался на второй позиции рейтинга Greenpeace России по раздельному сбору мусора. Они анализировали наличие контейнеров для сбора, доступные для жителей круглосуточно. Указание – 16 место. Татарский язык в Оксфордском словаре. Издатели добавили его в проект Oxford Global Languages. Татарский стал первым включенным в OLG тюркским языком. Онлайн-словарь позволяет перевести слова с татарского на английский и обратно.